Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Драконы, Всадники Олуха. 10-й день, и я забираю 15 рун. Так, теперь давай посмотрим, что мне принес Беззубик. А, он не принес, он у меня оказывается в приключении, я и забыл совсем об этом. Так, ладно, пускай отвлекает там кого-то. Бесплатно. Эть, только для наездников, понял? Дай мне найти письмо, где вот оно лежит. Смысла, конечно, уже в этих письмах нету, потому что я в любом случае не успею собрать. Бесплатный пак откроем с тобой. 6 монет Одина, и дальше у нас начинка. Грумль, кревет, крылатый ужас, чутка ресурсов. Сразу еще один тогда откроем. Угу, монеточки. Древоруб, грумль, костолом. Ну и тут все как обычно. Так, отказаться. Ну что, давай глянем, что ты нам принес. Руны. Я думал, шестеренки дашь. Давай, иди нападение, делай свое нелепое какое-то там. А ты-то что, у меня барсик? Эй! Здоровский, барсик у меня даже ничего не делал. Просто просидел. Глупо. Здесь яйцо. Понятно, потому что это яйцо дешевое, ребят. И ему не жалко, как говорится, ему, ну, дать мне. Так, Грамгильда, у тебя там что? Тусклый янтарь, я понял. Тут даже сомневаться не стоит. Лети в стойло бесплатно. Так, невероятно. О, смотри-ка. Ареновский пак. Шторморез, крылатый ужас, пристиголов, защитник. Все. Больше ничего нету. Так, гром, лети. Водорез, лети. Прихвостень вперед из песней. Так, нам... Мы с тобой древесину почему-то собираем. А зачем нам древесина? 17 часов 19 минут, ребята. Еще будет делаться эта дровница. Ё-моё, так это долго, а? Так это все долго. Что тут он? Обмен. Что ты мне предлагаешь? Получить доступ? Экзотическое тщеславие. Да. Слушай, надо камеру, наверное, мне кажется, вот так вот отдалить. А тут что-то слишком близко. Так, тут рыба. Тут у нас тоже рыба. Тут древесина. Так, здесь у нас дерево. Вы говорили про весночеса, да? Прокачивать его? Сейчас посмотрим. Ну, я тебе скажу, что когда я прокачал... А, лесопилка-максималка. Когда я прокачал нашего ветрокрыла, он теперь приносит за 212... За 212 миллионов древесину, он приносит мне теперь 5 железа. То есть как бы выгодно на самом-то деле. Ну, весночес, возможно, тоже, ребят, хорош. Так, что он там? Он прокачивает... А, его обучить надо. Ага. Нам нужна древесина, получается. Ладно. У нас сейчас должны быть, ребят, события на откатах. Сейчас мы с тобой посмотрим. Так, Ворчун. Может, ты полетишь у меня в приключения, а, Ворчун? И не будешь тут лишний раз ворчать. Здесь забрали. Так, тут тоже забрали. Грибы, как всегда, тусклый янтарь. Абсолютно ничего не меняется. Сезонный. А, сезон скоро... Ну давай, на рынок быстрее. Подожди, что ты мне даешь-то? Мне надо вот здесь вот. Награду же я должен получить? Конечно, должен. И 50 рун. На дороге тоже не валяются. 430. А сколько у нас? А, 750. Ну, я, например, могу взять любоцвет. Ну, давай возьмем любоцвет с тобой. Куда его поставим? Вот сюда. Он еще будет делаться там, прикинь.
И все, больше у меня цветочков Фрей нету. Здесь открываем пак. Смотрим. Так, шторморез. Шепот смерти и громобой. Последний пак идет на активацию. Здесь у нас по обменочке блестящий янтарь созрел. Опять еще три награды. Что-то как-то то ни одной, то все сразу три. Ну, понятное дело, что мы ничего не получим здесь. 140. А минималка 200, да, идет? Минималка идет 200. Ладно, ничего страшного. Ну что, друзья, давайте смотреть события. Одно и второе, да? Два события, как я и говорил, у нас они откаты. Подготовка, дозор и погоня. Они, по идее, должны быть короткими, потому что слишком мало дней даются там. Сутки, максимум полтора. И здесь, кстати, есть неплохой шанс открыть карты. Ну, тусклый янтарь, сам понимаешь, он как бы нам даром не нужен. Не, ну на самом деле нужен, просто его нужно очень-очень много. Ну что, я вижу, тут у нас шепот смерти. Поехали. Будем потихонечку разбирать. Две волны. Так, здесь у нас кревет. Это кревет Дагуру, если кто не знает. На тебе. Так, пробивной. Добивка. Ну что, креветик? Ты серьезно? Ты научись сначала стрелять, малыш. А потом уже выпендривайся. Типа научился, да? Ну что, первый бой и первая победа. Так, ребят, крутим колесо и смотрим. Нам нужна древесина. Ну, не в таких, конечно, маленьких количествах. 15 миллионов, это смешно. Нам нужно где-то от соточки начинать. 100, 200, 300 миллионов. Это, да, это наше. Так, ну что, на почту полетел к нам пак. Но у нас следующий поединок. Раз, два, три, четыре. Четыре боя еще впереди. То есть как раз мы всю энергию с тобой сольем. И это у нас водорез. Ну что же, водорезик. Получи. Давай так, наверное, сделаем. И барсик уничтожает его. Два шепота смерти плюс дымодышащий. Хилиться надо? Надо. Промахнулся, да? Так, ребят, на трех энергиях они будут бомбить. Но уже не будут, потому что этот слил. Слил энергию свою. Не знаю зачем. Понятно. Ну что, теперь полностью концентрируемся на дымодышащем. Вот и вся концентрация. 37,5 миллионов рыбы. Это мало. Но здесь вообще, ребята, я смотрю, и мало рыбы, и мало древесины дают. Ну что, забираем этот пак. И переходим плавно на следующий поединок. После которого мы возьмем с тобой содержит новичков. То есть это событие вообще получается на изи должно проходиться. Если, извини меня, в середине события дают пак, который содержит новичков. Ты понимаешь, да? Если бы это было бы нормальное, такое среднее хотя бы событие, ну уж в любом случае не такие были бы награды. А тут просто изичные. Окей, добиваем здесь. И бомбим сюда. Кто-то писал в комментариях недавно, Рэй говорит, у тебя очень мало разнообразных игр на Android, типа. Так я могу тебе ответить следующее. Почему их мало? У меня, во-первых, ребята, три канала, которых нужно вести. Все три канала. Хотя бы по одному видосику в день. Ну, это желательно, не всегда, конечно, так получается. Вот. Во-вторых, если я буду прыгать с одной игры на другую, то у меня получится не два, не полтора. Это будет просто разбор... осмотр игр. У меня есть определенный косяк из игр, которые мы с тобой проходим и играем. Если мы сейчас будем
туда-сюда. Я могу сделать в виде просто обычных обзоров. То есть какая-то новая игра выходит, да? Мы ее, например, обозреваем и все. И переключаемся обратно к своим играм. Такое, да, такое я еще могу сделать. Ну, играть в разные новые игры, это... Нет, ребята, это я себе позволить не могу. Или просто придется забрасывать тогда все остальные игры. Вот так вот. А я как бы не очень хочу. Так, давай укусик сделаем. Ну, чё ты? Дергаешься-то, дергунчик. На тебе. Барсик так мало наносит урона. Ну, потому что это страж. Стражей только вот этот вот Кривоклый хорошо бомбит. И добиваем. И опять нам выпадает 37,5 миллионов рыбы. Так, плюс ко всему прочему мы забираем пак, который содержит новичков. Просто смешно. Ну, серьезно тебе говорю. Ладно, давай откроем. Шторморез, престиголов, лаварык. И все. Так, и получается у нас раз, два поединка последние. И это все ради тусклого янтаря в районе 2000. Так, ну что, я вижу, волна уже состоит из трех драконов. Все фиолы, кстати. Начнем, пожалуй, с этого. Я не хочу, ребята, чтобы он себе повышал атаку. Этот тоже, конечно, противный, не спорю. Но вот этот злее. Так, наверное, все-таки так надо сделать, добить. А вот сейчас будет фаербол, точнее, пламя. Оу. Слушай, он обычно делает пламя, но здесь он почему-то не стал. Массовая атака такая есть у него. Наверное, вот этот будет сейчас всех в панику вводить. Что ж такое-то? Все-таки сделал, да? И промахнулся еще, ай-яй-яй-яй-яй. Как же ты так неаккуратно? Нет, в принципе, что я расстраиваюсь? Наоборот, нормально, что у него не получилось. Вот и победа. Ага, победа. У нас еще с тобой один бой. Так, слушай, нам нужно срочно хильнуться. Ой-ой-ой. Прям вот срочновски. Иначе будет труба. Блин, они сейчас будут вдвоем ходить. Этот. И потом шепот смерти. Бедный барсик мой опять получает. Ни за что, ни про что. Раз, два. Так, секундочку. Наверное, здесь укус. Сейчас влупит. Удивлен. В последнее время я очень много удивляюсь в разных играх. Особенно в растении против зомби. Там удивление за удивлением идет. Ну-ка. Вот, совсем другое дело. 262 миллиона. Вот это я понимаю. Выпало. Ну, а мы тем временем уже переходим с тобой на последний поединок, где нас будет ждать босс. Что за босс? Так, ну здесь пока обычный у нас. Поехали. Раз. Так. Просто укусим. Сейчас начнется здесь. А ничего, все хотят... Нет, разделили. Барсику достаются бедолаги, а? Барсику бедолаге достается. У него... Вот, видишь? Я так и думал, что рано или поздно он сделает эту свою пакость, но он, к сожалению, не успеет ей воспользоваться. Опа. Круто, круто. Ну, для чего я это делаю, друзья мои? Потому что сейчас, во-первых, будет босс. Что это? Что это сейчас было? Это что? Ничего себе. Я прям в шоке. Нифига он бомбанул. Вот этот вот пройдоха. Ему нельзя. Ему нельзя, ребята, позволять накапливать 4 энергии.
Вот это он сейчас звезданул. Барсик просто на микронах выжил. Ты видел, да, сколько у него хп осталось там вообще? Плюни, он рассыпался бы. Вот это да. Так, ну вот, блин, не было печали, а. Вот не было, друзья мои, печали. Ну что ты будешь делать? Этот усиленную атаку делает. Сейчас кому-то, блин, не поздоровится. Кому он сейчас вжарит? Барсику. Поехали. Зашибись. The best from west, да? Ну ты, еще ты туда же лезешь. Кстати, он сам на себя делает запрет, ребят. Я. Ну что, событие пройдено. Нам выпадает 25 миллионов древесины, и мы забираем с тобой 2000 тусклого янтаря. Все. Ну и, естественно, забираем то, что у нас сейчас лежит на почте. А на почте у нас с тобой два всего лишь пака. А загадочный, в котором ничего такого эксклюзивного не было, и вот такой. Ну, здесь тоже, ребята, в необычном наборе вряд ли мы что-то найдем хорошее. Хотя... О, рыбка. Ну, громоножка у нас есть, поэтому мы ее сразу отпускаем. Она нам не нужна. Так, ребята, у нас 750 миллионов древесины. Ой, древесины, рыбы. Кто-то у нас... Так, подожди-ка, а мы можем сейчас прокачать... пускай летит, обучается у нас весночес. И кто-то вот у нас может же за рыбу очень неплохо добывать. Например, вот, пускай летит. И, по-моему, здесь. О-о-о, 735 миллионов, да ладно, серьезно, что ли? А что-то так дорого-то? Не, ну серьезно, он что-то очень уж дорого просит. За свою, так сказать, услугу. Этот за древесину добывает. Так, подожди, а сколько у нас этот берет? 500. Блин, да что так дорого-то все? Не пойму. Что, у нас за рыбу больше вообще никто ничего не добывает? Вот. А, так он уже отправлен. Ну, получается, что все. Я вообще-то думал, что громобой мне поможет в этом теле. Ага, помог. Давай тогда кормить его. Почему он-то... А, так он, извини меня, 30. Он 30 же... Ёк-макарёк, я только сейчас увидел. Слушай, я думаю, что стоит его отправить обучаться. Да, мы потратим с тобой 20 железа, но потом он нам с лихвой вернет 30. То есть он сам себя окупит, понимаешь? Я думал, нифига себе, он 700 за 4. Я привык, что он 4 нам приносил. Думаю, нифига себе. А тут 30, конечно. Это очень большая выгода. Так, ну что, у нас еще есть одно событие. Так, это у нас осквернение святилища. Тоже короткое? Оу-оу-оу. Нет, ребят, это не шиша, не короткое событие. Совсем не... А почему так мало времени дают? Сколько там на прохождение? Слушай, ну 2,5 дня, в принципе, нормально. Ну что, поехали? Я думаю, мы пройдем, успеем. Должны успеть. Ну, не сегодня, я вообще имею в виду до конца заключения этого события. Мы должны его с тобой пройти. Так, ну что? Начнем с этого малыша. Две волны здесь, да, получается у нас? Сегодня не пойдем за паками, я так думаю. Наверное, в следующей серии пойдем паки набьем с тобой маленько, да? Как раз будет чем заняться. Потому что там еще один пак у нас висит. Так, наверное, понижаем. Раз такое дело идет. Укус. Так,
барсик. Пробивной. Ну, это тебе не поможет, парень. Ты уж извини. Все. Крутим колесо удачи или неудачи. О, 112 миллионов рыбы. Неплохо. Рыбка нам тоже пригодится. То есть завтра у нас, по идее, уже будет готова лохань. Получается, да? 17 часов она будет делаться. То есть, соответственно, мы с тобой уже будем по 750 миллионов ресурсов складывать. Соответственно, сможем тренировать быстрее и лучше наших драконов. Потому что нужен 112 уровень, ты понимаешь, да? Но также нужно посмотреть, что нам нужно для прокачки академки. Я вот не помню. Там, по-моему, нужно 5 или 10 драконов. 120 или 112 уровня, я не помню. Нам для кузни, по-моему, это все нужно. Да? 10 драконов 112 уровня. Чтобы мы могли с тобой прокачать дальше кузню. По-моему, так. Ух ты, какой ты, а? Смотри-ка. Слушай, почему-то он очень крепкий. Именно вот. А мы сейчас сделаем вот так вот. И все. Пускай он там в слепоте будет копошиться, а мы будем его в этот момент разбирать потихонечку. Дай-ка я ему понижение еще сделаю, чтобы быстрее шел на разбор. Ну что ты там думаешь? Ничего тебе не выйдет. Опа, он усиленную атаку себе влупил. Сейчас мы должны его убить. Все. Плод мудрости. Слушай, ну вот это хорошо. Я один плод мудрости уже потратил. Как бы, ну и заодно компенсировали мы его. Скорее всего, мы дойдем с собой до 1000 янтаря. Тут опять же у нас обычный загадочный пак, который мы возьмем после вот этого поединка. Почему-то музло сразу вырубается, не пойму, в чем проблема. Она как бы, в принципе, здесь и не нужна, эта музыка, но... Ну тут легко, легко получилось. Так, дымодышащие, да? Давай так, наверное, сделаем. Быстренько сейчас этого разберем. Быстренько не получается. Так, барсик сейчас бомбит сюда. Однозначно. Теперь на отхиле уничтожаем этого. Ну и будет добивка. Ага, добивка. Держи карман шире. Нормально. Да, содержит новичков. Ну что ж, давай, новички, так новички. Эй! Погоди. А он что, ко мне на почту улетел? Мы обычно раньше вот вскрывали напрямую. Странно. Ну что, поехали. У нас там потом будет мини-босс. И 1000 тусклого янтаря будет у нас в кармане лежать. Так-с. Это у нас вот этого дракона звать Хоферсон. Опа, а здесь уже, друзья, три волны. Вот что я хочу сказать. Так что не расслабляемся. Теперь нужно беречь. Ну их вообще-то всегда нужно беречь. Но сейчас вообще усиленно. Так, друзья, что может быть хуже, да? Во время поединка, естественно, вот этот вот нелепый, дешевый вылет из игры. Так, давай-ка мы, наверное, с тобой здесь откроем. Лаварык, Громель, Престиголов. Так, что нам тут достанется? Шторморез, Душитель, Защитник. Блин, я не знаю, хватит ли нам... Да, по-моему, ни шиша у нас не хватит. Энергия... Подожди, куда ты залез-то, господи? У меня... Последняя энергия, ребят. Это же вот надо было, а, вылететь. Трындец. Как больше трех волн, все, начинает игра сразу фейлиться. Ну, как специально. Я говорю, это вот такое, вот складывается такое впечатление, что в игре это просто, знаешь, как специально сделано, чтобы ты либо тратил
А деньги на руну, да? Или руны просто тратят? Чтобы победить. Другого тут, тут нету, как бы, объяснения вот этому всему. Не вылетало, не вылетало, а вдруг на тебе. Ни с того, ни с сего. На ровном месте. Я понимаю, там нагрузка была бы какая-нибудь там опупенная, да? Ну тут-то, извини меня, игрушка-то. Андроид, игра, ё-моё. Какие у нее там требования? Да тем более играем через эмулятор. Ну давай ты уже добивайте этого хламона. Так, дошли мы с собой до третьей волны. С горем пополам. Со второй попытки. Просто я, ребят, не буду тратить руны. Наверное. Ну я не хочу. Мы с тобой собираемся копить, а не тратить. Как я уже говорил. Нам, извини, мне еще 6000 рун нужно собирать, чтобы открыть нового наездника. Замечательно. 37,5 миллионов рыбы нам достается. Мало. Этого мало. Ну что, ребят, я, наверное, не буду сейчас тратить рун. Давай посчитаем, сколько нам нужно. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 6 поединков у нас еще остается. На 2,5 дня. Я думаю, это нормально. Так, здесь мы забираем рыбу. Вопрос, а зачем я ее сейчас забрал, а? Чего я хочу сделать? Покормить только какого-нибудь из драконов. Так, если мы, например... А, он у нас улетел. Подожди. А зачем я его отправил за... Вернись. Это он рыбу один день собирает. Серьезно? А я тебе ничего не смогу сделать. Иди собирай дальше рыбу. Думал, сейчас его прокачаю чуть-чуть. Ага. Так, а где у нас ветрокрыл? Вот здесь вот? Нет. Где-то вот тут. Это вообще ловушка лом. Кстати, его тоже можно обучить. Иди лети, обучайся, ловушка лом. Кревет. Но кревет у нас, по-моему, уже отправлен, да? Ну что, отправляем мы его, да? Или как? Или прокачиваем? А, на у нас древесины не хватает. Отправляем за железом. Получите... А, поручите 3 разным драконам добывать железо. Все. Так, ну что, друзья, завтра, наверное, мы допройдем с тобой вот это вот происшествие. Ну и еще, наверное, набьем паки. Пока все у нас хватает есть, да? А на этом все. Будем закругляться. Всем удачи и до новых скорых видосиков.